перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы продолжаем играть в игру в тесте Блю, ребятки. Так, ребятки, ну что ж, политика у нас такова. Мы игрушку с вами прошли полностью, и нам осталось, ребятки, совсем-совсем немного. А нам что тут осталось, ребятки? У нас есть бонус. Мы съели с вами, ребятки, планету. И у нас открылись, ребятки, бонус уровни. Давайте, собственно, с вами посмотрим, что это за бонус уровни и с чем их хавают. Воу, ребята! Вау, ребята, что это такое? Посмотрите, я, ребятки, падаю с огромной высоты. Вау, и хаваю самолетов. Я, ребята, ростом 10 метров. Ох, ням-ням-ням, какие вкусные самолеты. Да что ж ты, как я их пропускаю. Да что ж ты, я не могу никак попасть на самолет. Вау, тучи-тучи, я скоро упаду уже в океан, ребята. Вот уже чувствую, вот уже он близко, мой океан. Вау, падаю в воду, ребята, с огромной высоты, спасите. Вау, истребители даже, ребятки, уже начали попадаться мне на пути, видите? Ух, ням-ням-ням-ням. Вау, ребята, я летающая рыба, круто, посмотрите как. Я умею летать и хавать этих истребителей. Вот это, конечно, круто. Ой-ой-ой, давай за ним назад. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, плыви по небу. Давай, давай, малыш. Пожалуйста. Ого, ребята, большие самолеты. Посмотрите, мне на них нельзя попадать. Потому что они, ребятки, меня просто-напросто уничтожают. Ребята, я сейчас упаду в воду. Ого, супер. Просто круто, ребятки. Вот это мы с высоты огромной упали. Ну что ж. Погнали, ребятки, хавать вот этих разных чувачков. Так, надо быть аккуратным и бдительным. Потому что самолеты, ребята, которые летают вокруг, не дают буквально мне прохода. О, ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично. Так, ребятки, ну что, мы уже довольно-таки большие. О, самолет какой большой. Вы видели, я под воду загнал самолет, ребята, и он поплыл по воде. Вот это, конечно, было прикольно. Так, что же делать? Дайте мне, пожалуйста, похавать немножко. Потому что я хочу, ребятки, наесться все-таки. Буду кушать касатки, ребятки. Нет, самолетик мне еще нельзя кушать. Потому что меня за это могут они наказать. Съесть. О, все, ребята, мы съели с вами самолет. Посмотрите, посмотрите, отлично, дорогие друзья, круто, мы прошли с вами этот уровень, ребятки, и мы проходим, ребятки, следующий бонусный уровень. Да что это такое? Мне что, надо убегать от акул, а куда же мне плыть? Это такой, ребятки, уровень, где надо, наверное, в лабиринтах уходить от акул. Надо побыстрее, ребятки, научиться хавать все подряд. Надо мины вот эти, ребятки, кушать, чтобы расти. Надо, наверное, все мины собрать, ребята. И после того, как я соберу, ребятки, все мины, я, наверное, смогу продолжать играть в эту замечательную игру, ребятки. Так, ребятки, вроде бы все идет по плану. Хаваем эти мины. Мне надо съесть 4 акулы, ребята. Но для того, чтобы их съесть, ребятки, мне надо сначала наесться мин. И чтобы я немножко вырос, ребятки. Чтобы мое тело было уже большое. И я мог нормально передвигаться, не боясь этих злых тварей. Ох, ребятки, отлично. Первая акула пошла уже в ход. Вторая акула, отлично, вторую акулу съели. Так, ребятки, нам осталось съесть 2 акулы. Где-то они здесь плавают, ага. Вот одна и где-то еще одна должна быть. Давайте искать будем, ребятки. Где-то, где-то, вот она. Отличненько, ребятки, отличненько. Мы прошли этот уровень. И мы продолжаем играть, ребятки, в бонусные уровни. Ох, это такой же, только акул намного больше. Они меня сразу съели, надо сразу же убегать от них. Ого, вы видели, ребятки? Акулы в действительности никого не щадят и сразу же меня съели, ребята. Да, ребятки, акулы довольно-таки серьезные твари, которые хотят съесть, съедают все практически на своем пути, ребята. Вау, ребята, еле убежал.
Да что ж ты будешь делать, а? Прям в рот ей попал, ребята. Ладненько, давайте выберем другой уровень. Посмотрим, из чего он сотканный собран. А это слушать подводные лодки мне надо. Ням-ням-ням-ням-ням. Ого. А, мне надо так, ребятки, чтобы в меня не попала подводная лодка. Видите, за мной, ребятки, гонятся торпеды. Ну, как-то не особо это нравится мне, ребятки. Так, это что? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкусно. А здесь надо вот этих кушать осьминогов, что ли? Ну, маленьких я-то могу кушать. Но больших, ребятки, что-то не особо получается у меня. О, ребятки, уже могу и больших кушать. Посмотрите. Ох, ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно. Дайте мне еще. Ребятки, те осьминоги похожи на морковку, на какую-то плавающую. Как будто это морковка плавает. Так, сейчас посмотрим, в чем заключается этот уровень. Мне нужно всю съесть, ребятки. Здесь живность в этом океане. И таким образом, ребятки, я должен пройти этот уровень и продвигаться дальше. Ого, ребята, все, посмотрите, как я быстро вырос, ребятки. И мне уже, наверное, надо преодолевать другие препятствия. Вон, там осьминог уже белый, ребята, плавает. И это не есть, ребятки, хорошо, потому что он меня может в любое время, ребятки, уже, так сказать, съесть. А это, ребятки, неправильно. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Ну что, мы уже, наверное, можем его съесть? Нет, мы еще не доросли, ребятки. Так что нам приходится пока довольствоваться тем, ребята, что у нас, в принципе, есть. Так, ну что ж, давай, 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 едим, похаваем. Все, ребятки, отличненько. Просто круто, просто супер, дорогие друзья. И мы с вами прошли с легкостью, ребятки, этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно, я вам хочу сказать. Так, ребятки, ну что ж, погнали дальше. Так, нажимаем дальше, ребятки, и погнали посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, ребятки, что? Здесь надо собрать на дне мусор. Давайте его соберем. Там мужик какой-то ловит рыбу, ребята. Ох, ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Ребятки, просто супер. О, мы уже селедку можем хавать и чаек, ребята. Ням-ням, а рыбака, вон рыбак уже в воду упал, ребята. Ну что ж, давайте будем селедкой, ребятки, наслаждаться, пока есть такой исторический шанс у нас это сделать. И мы с вами будем хавать селедку и вот этих чаек, ребятулечки. Погнали, погнали, погнали. О, мы уже можем водоросли хавать. Вы видели? О, мы второго мужика повалили, ребята. Отлично, отлично. Мы скоро, наверное, ребятки, его и съесть сможем. Этого чувака. Эй, я что, застрял, что ли? Я хочу плыть, спасите, спасите, я хочу плыть. Да как я мог-то застрять-то тут? У меня уже было когда-то такое. Ребята, я застрял и не могу плыть вообще никуда, посмотрите. Ну просто посмотрите, я реально застрял и не могу вообще абсолютно никуда плыть. Ладно, ребятки, давайте возьмем рестарт. Ням-ням-ням. Как же вкусно. Ох, круто. Так, ну что, ребятки, пока что так вот у нас все. Так, кидаем, ребятки, селедочку всю. Чаечку. Отлично. Так, ребятки. Ох, ребята, посмотрите, мы уже хаваем даже бочки, ребята. О, мы съели даже людей. Вот это круто. И ящики. Вот это да, ребята. Вот это мы огромные. Ох, иди сюда. А-ха-ха-ха-ха. Второй человечек тоже наш. Ребятки, я все съедаю. Тупо все съедаю на своем пути. Я только посмотрите. Ням-ням-ням. Как это вкусно. Как это вкусно. Отличненько, ребятки. Я выпрыгнул на берег. Вы видели, съел очень много
различные живности, дорогие друзья. Ну что ж, погнали, ребятки, дальше. А здесь у нас что? Охота, ребята, касатка охотится на нас. А мы будем хавать морских котиков, дорогие друзья, потому что нам больше ничего не остается. Давайте хавать будем этих морских котиков маленьких, потому что... О, мы даже съели человека на лодке, ребят, вы видели это? Вы это видели? Вот это круто. Ой-ой-ой-ой. Так, ребята, съедобная акула вырвалась на свободу, ребятки. Ох, мням-мням-мням, как это вкусно, мням-мням-мями. Отличненько, мням-мями-мями-мями-мями. Как же вкусно кушать вот эту вкуснятину, ребята. Ого, ребятки, касатка реально съедает всех, вы видели? Надо быть более бдительным, ребятки, и аккуратным. О, мы уже подводные лодки, ребята, хаваем вместе с белыми китами, ребятки. Или с белыми моржами, что это такое? Ого, и людей съедаем. Вот это мы огромные. Короче, ребятки, нам надо вырасти самыми большими и победить эту злую касатку, которая съедает все, ребятки, на своем пути. Вот это нам надо это просто сделать. Это очень важно, ребятки. Сейчас мы, ребятки, скоро уже, я думаю, наверное, сможем схавать эту касатку, ребятки. Я так думаю. Еще совсем немного, ребята. Ох, ням-ням-ням-ням-ням, отлично. О, ребятки, все круто, ребятки, и мы прошли этот уровень. Это просто замечательно, дорогие друзья. Так, ребятулечки, а я вам хочу сказать, что этот эпизод подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще, ребятки, не подписались. Обязательно ставим пальчики вверх, дорогие друзья, если вы еще не поставили. Ребятки, ставим колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики на моем канале. И до скорых встреч, ребятки, в следующем эпизоде. Пока-пока, дорогие подписчики.